Ассаламу алейкум. Благотворительная акция фонда «Инсан по Цахорской долине. Собери ребенка в школу». Находимся в селении Мыслах. Шарафуддин Абакарович, ученик первого класса Мыслах. Школы. От фонда «Инсан» вам подарок, сумка со всеми школьными принадлежностями. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Продолжается акция благотворительного фонда «Инсан» по Цахорской долине. Собери ребенка в школу. Находимся в селении Цахор. Вручаем красивой красавице Фатиме сумку. Умной, грамотной, образованной, достойной. إن شاء الله. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حناني Акция благотворительного фонда «Инсан» по Цахорской долине «Собери ребенка в школу» в селении Джинор. لو تراه سيدي خضر ظالم قد زنه حوار مائس الأعطف تحسبه غصن بان رحيا تصير. السلام عليكم дорогие братья и сестры. В этом историческом медресе Низамия в Цахоре мы подводим итоги благотворительной акции фонда «Инсан» по Цахорской долине «Собери ребенка в школу». Мне хочется выразить огромную благодарность руководителю фонда по Цахорской долине Асадуле Рамазанову. Пусть Всевышний Аллах ему даст силы еще больше совершать такие дела. Хочется отметить всех спонсоров, которые поддержали эту акцию и поддерживают наши другие акции. Хочется упомянуть их имена. Аббас Рамазанович, Мамед Шахбанович, Адиль Байрамович, Гариб Байрам Алиевич, братья Алхасовы, Назим Хан Магомедович, Шахбан Магомед Гаджиевич, Марьям Эскерханова, Азиз Сафарович и многие другие. Всех перечислить, дорогие братья и сестры, не получается. Отрадно и то, что география наших спонсоров еще больше расширяется. На этот раз нас поддержала из другого региона наша сестра Яна Александровна, в чем мы и благодарны ей. Пусть Всевышний Аллах каждому, кто участвует в хороших делах, поможет. Пусть Всевышний Аллах бережет ваши семьи от всех бед, от невзгод, от болезней. Пусть Всевышний Аллах вознаградит каждого. Аминь. Хочу выразить огромную благодарность всем братьям и сестрам, которые поддержали эту нашу благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Пусть Аллах будет доволен вами, уважаемые братья и сестры. Пусть Аллах возвеличит вас каждого, кто принял участие в нашем этом благотворительной акции. Аминь. Спасибо вам всем большое. Машаллах. Умной. Детское спасибо вам всем, братья и сестры, которые
приняли участие. Что будем, может, тут лучше этого? Чистый лист бумаги, ребенок, говорит нам всем спасибо. والأخلاق كنزا ولا أحلى بأخلاقنا نسمو ونعلو وإنها هبات لذي التقوى وفضل من المولى هي الكنز محفوظا فلا نبتغي بها قليلا ولا نرضى بما دونها بذلا سنمضي بها في العالمين استقامة عليها كراما ننشر الحق والعدل لنا أسوة